В 2014 году заполярные рыбаки выловили 6 тысяч тонн камчатского краба. Выделенные квоты освоены на 100%. Выловленного краба готовят прямо на борту судна. На берег он поступает уже в варено-мороженом виде. При этом только треть улова остается на российском рынке. Большая же часть ценного продукта идет на экспорт. В основном в Европу, США и страны Юго-Восточной Азии. У каждой компании заключены долгосрочные контракты на поставку. И, естественно, им выгоднее на сегодняшний день поставлять данную продукцию за пределы Российской Федерации. Но при желании можно найти данную продукцию и в рыбных магазинах в нашем городе.